Что ж ты родителям даже не сказала, что ты занимаешься? Что? Папа даже не знает, что ты занимаешься. Как не знаешь? Что не так? Знает. Я с папой разговаривал, как теперь уже знает. Он не знает, что занимаешься дедом? Да. Я никогда ему говорю, он говорит, что у меня... Слышь, так, я говорю, папа, я пытаюсь дом, а что ты мне... А ты скажи, папа, мне надо кимоно купить, он сразу запомнит. Давай, быстрее. Ты все ж на шару получаешь. Папа денег не платит за это, поэтому он и не помнит. Если он бы платил деньги, он бы помнил. Это нормально. Пошли, пошли, пошли еще 5 кругов. Правым боком, левым, спиной. Ручки, ножки, все.
Вы идете на работу, устаете. А почему я буду? Мне прямо убить.